В очередной раз я вас приветствую, и эта серия должна была начаться с лютого бомбежа, с нашей великолепной гоночки с Ланой. Но, к сожалению, почему-то весь прошлый прогресс, который мы вчера записали и прошли с вами, не сохранился. Посему придется проходить все это заново. Окей, игра была для нас благосклонна, и поэтому она предложила только посмотреть финальный диалог, что не может не радовать. Ладно, давайте побомбим ульки. Ты здесь тоже что? Ты здесь тоже работаешь уборщиком на полставке? Им нужен быстрый и внимательный к деталям человек. Ты что, пришла искать претендентов? Я разочарована. Никто не вкладывается по полной в уборку. Понимать порядок и технику, при этом делать все быстро. Как я, счетчик молний. Так как насчет соревнования в уборке? Давай. В уборке мы с тобой не соревновались. Отлично, начнем. Ну давай, посмотрим, что же нас ожидает. Первый, кто уберет комнату, выиграл. Угу. Ну, начнем. А что мне нужно делать? Ай, понятно. А мне нужно всю комнату убрать. Жесть. Не понял. Это я типа проиграл, да? Короче, план был идеальный, но у нас абсолютно нет права на ошибку. Вообще. Поэтому идем так. Потом сюда, и поехали вниз. Так. Как я проходил тут? Хер его знает. На секунду просто забыл. Но предположим. Так. Нет, извини, ладно, но... Тебе не выиграть. Все, идеальная победа. Никто не может убирать лучше, чем рыцарь. Что? Я проиграла? Неужели моя основательность подвела меня? Ты победил уборку месяца. Ты победил уборщицу месяца. Вот этот настоящий соперник. Но остерегайся, в следующий раз я вымою дорогу к финишу. Первый, в следующий раз. Конечно, такое себе звание, самая быстрая уборщица месяца. Ладно, тем временем мы получаем первый желтый куб. Вот где остальные кубы? Скорее всего, на улице. Ну, один точно на улице есть. Это я точно помню. Я даже знаю, где он находится. Так, там выход. Но нам предлагают идти сюда. Ага. А мы пойдем сюда. И куда мы попали? Вы в курсе, что человек, ответственный за питание сотрудников, ушел из-за шока, верно? Я собираюсь добавить вознаграждение к ставке, чтобы быстро нанять кого-то. Неподвижность только задерживает прием пищи, так что спешите подать заявку. Я так понимаю, теперь наша задача немножечко приготовить хавчика. Ну что же, пришло наше время покашеварить. Вы не за полставки? Вы заинтересованы в нашем тесте для сотрудников? Хочу, давай. Кажется, у нас уже достаточно человек. Давайте послушаем ваше мнение насчет готовки. Кулинария – это соревнование, любой может сразиться со мной. Какой настрой? Вкус и стиль. Кулинария – это элегантность. Отличный настрой. Что важно? Награды и деньги, конечно же. Свободна, девочка. Вон отсюда. Снижение ценности готовки из-за желания наживы. Прорезь глаз моих. Да, так что же важнее всего для повара? Сияющее сердце. Довольно абстрактно. Ладно, слушайте сюда, кандидаты. Подготовка ингредиентов – основа готовки. Поэтому она отлично подходит для сравнения уровней навыков. Ну, начнем. Блин, могли бы сделать какую-нибудь похожую, типа Fruit Ninja. Короче, понятно, нужно всегда вниз. Быстрее, хватит. Все, ты вылетел. Идеальная нарезка. Что? Как ты это делаешь? Фокусники не раскрывают своих секретов. Минус. Такая медленная работа. Ножа заставит овощи прыгать к нему. Вверх. Да, шеф. Кто ты? Улитка-вампир. Улитка-вампир, ты выбываешь. Убирайся отсюда.
Слушайте, это не отсылка к Гордону Рамзи и ее там его адской кухне. Вы оба можете быть исключены на следующем тесте, имейте в виду. Хорошо, друг, я запомню. Так, ну давайте помнем тесто. Финальный конкурс. Готовка. Приготовьте идеальное блюдо. Вы должны быть в состоянии закончить тесто за 10 секунд. Окей, ну начнем. Давай, давай, избивай тесто. Давай, лапочка. Жестче, жестче. Все идеально. Я использовал острый соус чили для усиления вкуса. Этот вкус. О, как будто красный дракон обвил мой язык. Отлично, согревающий вкус. Теперь неси свое. Давай. Это обычный спагетти. Тут не о чем и говорить. Ты выбываешь. В смысле я выбываю? Эй, о чем задумался? Да, я не понял прикола. Ну, я не буду приносить тебе блюдо. Что ты делаешь? Вынеси свое блюдо. Не будем спешить. Тогда я тебя слушаю. Фермерский яровой картофель, выращенный с заботой и собранный руками девственниц. Тысячи девственниц. Продолжай. Откормленные коровы посреди зимы. Отлично, я пускаю слюни, принеси свое блюдо. Это и есть мое блюдо. Зашибись. Ты издеваешься? Сейчас не сезон для этих ингредиентов. Вот и все. Как я мог забыть такие основы? Важно время, когда ингредиенты самые вкусные. Ингредиенты теперь несовершенны. Превосходно, превосходно. Преподносить идеальное блюдо было бы нелогично. Точно. Теперь мы не можем приготовить идеальное блюдо из ингредиентов. Это состязание может закончиться моим поражением. Ты уже проиграл, лошарик. Готовка — это сердце, а не навык. Что они говорят? Я не могу их понять. Хватит бездельничать и дайте нам еды. Да, я хочу есть. Помоги нам сначала приготовить еду для сотрудников. Да, без проблем, без проблем. Вот, извините за ожидание. Жрите на здоровье. Твои навыки и менталитет потрясающие, это отлично. Не стоит твоим навыкам гнить здесь, в особняке. Мне жаль это говорить, но тебе будет тут тесно. Но вот награда за то, что ты преподал... Вот награда за то, что ты преподал мне урок. Показать такие способности, когда у тебя нет блюда... Мне еще многому предстоит научиться. Здесь я буду оттачивать свои навыки. Осторожно, когда настанет сезон для ингредиентов, я снова брошу тебе вызов. Запомни, запомни, твои убеждения должны распространиться в мир. Как скажете. Как скажете, как скажете. Ладно, тут больше ничего нету. А, кстати, есть, есть, есть. Только как туда попасть? Что это вообще? Господа, как вам жрачка? Вкусно? А тебе? Ну, тебе неплохо, а тебе... Ну и ты вообще в пените. Ладно, хрен с вами. Но я думаю, настало время покинуть этот особняк и выйти в свободное плавание. Вся элитная королевская гвардия исчезла. Я думал, нас снова будут преследовать. Это облегчение, что они ушли. Мы можем столкнуться с королевской гвардией, если попытаемся добраться до пирамиды напрямую. Давайте пойдем по менее заметному маршруту. Я знаю дорогу. Все самые великолепные путешествия начинаются со слов «Я знаю дорогу». К сожалению, Присцилла, вынужден тебя огорчить, но мы пойдем собственным путем. Только прежде у меня один вопрос остается. Как мне попасть? Всего вопрос нет. Так. Теперь нам нужно вспомнить. Теперь нам нужно вспомнить, что мы не собрали и куда мы не попали. Допустим, вот тут вот склеп. Все так же недоступен. Вот тут уже два человечка. Разговаривать они по-прежнему с нами не особо желают. Хозяин этого особняка неподалеку. Я слышала, что... Что-то-что. Как мог оборотень позволить себе такой большой особняк? Вот это, друг, явно не твоя забота. Нам, кстати, вот сюда нужно еще попасть. Вот, кстати, тут. И находится этот куб. И в этот раз мы сюда спокойно зашли. Прекрасно. Ну, по кругу можно не ходить, там ничего нету. Три охранника, слепошарых охранника Стопе,
Да, я так и знал. Чертов стелс. И что это лежит? Записочка и ключик. Серебряный ключ. А вот теперь интересный вопрос. Если это оборотень, а оборотень, как нам известно, боится серебра, то какого черта у него в особняке делает серебряный ключик? И кому он принадлежит? Ладно, тут еще книга есть. Открывай, почитаем. Хе от Хе, один из пушистых комков, блуждающих по Диманширу, подошел и заговорил со мной. Товарищ, кажется, я слышал, как они называют меня семьей. Они в своем уме? Ну, меня больше волнует заработок. Я пока буду следить за ними. Вампиры здесь относятся к ним довольно дружелюбно. Насколько я слышал, им неловко отнимать земли, на которых они жили. Возможно, эта история будет полезней. Сегодня я продал вещи за свалки по высокой цене. Эти вампиры покупают все, пока я притворюсь одним из них. Я почти хочу рассказать своим друзьям об этом методе бизнеса. Ко мне пришла какая-то девушка со странными раханами. Она сказала, что что-то о защите друг друга, как семьи. Я прослезился, и она ушла. Эта работа так проста. Угу. Так, что у нас тут? А тут у нас ничего. Так, ты вроде не смотришь в эту сторону, да? Только не с самого начала, ну ёшкин кот. Ладно. Не понял, а как мне его пройти? Понятно. Тихо, тихо, спокойно, спокойно, ребята, спокойно. Не дергаемся, не делаем резких движений. Знаешь, они отличаются по происхождению, они совсем другие, если не считать ушей на голове, понимаешь? Инуиты, какие они? Ну, для начала, их личность. Раскрыта правда о виде владельцев дома. Понятненько, понятненько. Второй дневник. Золотой ключик. Похоже, он может открыть час. Так, ну что? Ну что, теперь наша задача найти часть особняка, которую мы можем открыть этими ключами. Первый ключик пошел. Второй ключик пошел. Попрошайничество тоже уже не работает. Мне нужен новый товар для продажи. Давай, мечом по голове ему. Теперь, когда я продал все вампирам, почему бы мне не продать волкам? Какого? Я не совсем понял, что произошло, но это было забавно. А, так вот что, тот паренек, где он может быть? Ничего себе, прикольно. Человек, ты нашел его? С чего вдруг ты меня ударил? Охрана, где охрана? Что? Эй, что ты делаешь с моей семьей? А, теперь я понял. Это из-за того, что я выгляжу богатым. Так ты собираешься ударить меня ножом в спину? Нет, я просто хотел поговорить с тобой. Это то, что может сказать похититель. Вы обманом заставили меня стать семьей, а теперь угрожаешь мне ради наживы? Разве ты сама не этого хотела? Может быть, парадоксальнее? Уф, я... Он инуит. Эй, тихо. Нет, его уши немного не в порядке, но он чертов зверь-оборотень. Дневник, это? Сказал, что мы семья. Он не прямо в голове. Я продала все вещи со свалки. Эти вампиры покупают все, пока я притворялась одним из них. Эй, что ты только что сказал? Повтори еще раз. Он инуит. Серьезно? Кажется, теперь я поняла. Что в этом такого важного? У меня такие же уши, как у тебя. Как ты посмел обмануть мою семью? Пусть мои пострадавшие члены семьи разберутся с ним. Спасибо, если бы не ты. Если бы ты не помог нам, он бы по-прежнему нас дурачил. Как лидер оборотней, я не забуду то, что ты сделал сегодня, чтобы помочь моей семье. Еще одна карточка. Прекрасно. Блин, у меня этих карт херовая туча. Если это не карты на атаку, либо на крит урон, то это бесполезные для меня карты. Никаких подсказок, абсолютно никаких. Тогда идем в подвал. Хотя,
Нет, тоже заперто. Тогда идем в подвал. Конечно, это не подвал, канализация. Что у вас тут творится? Что тут происходит? Главные силы применились. Следующую локацию. Мы останемся здесь и будем ждать неожиданного. Ну вот, я неожиданный. Пришел к вам. Что вы будете делать? Какое прекрасное время. Это они, взять их. Удачи. Ну что вы стоите, бейте их. Да не вы меня бейте, а они меня, а не вас. Я думал, что они что-то говорили об основных силах. Не нужно беспокоиться, давай просто пойдем своим путем. Вот, пожалуйста, три солнышка, да? Да. Так, все, дальше мы не пойдем никуда. Дальше нам нельзя. Нам нужно обратно возвращаться. И искать этот чертов склеп с хавчиком. Но я знаю два склепа, которые тут есть, которые наполнены темной энергией, и которые нихера не работают. Без комментариев. Ура, сломать ногти. Вкусная свиная отбивная. Понятно, понятно. Знаете, что я вам скажу? В следующий раз нужно внимательнее читать описание предметов. Потому что на этом предмете, на ногте графа, было явно написано, что этот предмет может уничтожить что-то зловещее и темное. Ай, ладно, мой косяк, как всегда. Наслаждайся. Давай хавай быстрей. Вкусный аромат. Да, вот и все. Ну как-то ты слишком маленько захи. Ха-ха, спасибо тебе. Теперь я снова могу охотиться на вампиров. Вот, пожалуйста, прими это как награду. Удачи. Ладно, наш эльф покинул нас, а мы идем на выход. Все, три звезды, открывается седьмой уровень. И что нас там ожидает? А седьмой уровень — это простой проход. Напишите в комментарии, стоит ли его проходить или оставить его за кадром и отправиться уже сразу к следующей сюжетной миссии. На этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующей серии. До встречи!